Гастрольный тур Дома культуры Апалиха продолжается. Третий концерт в рамках презентации кружков и секций муниципального учреждения прошел на сцене школы номер 18 в Изумрудных холмах. Артисты от мала до велика приехали не только порадовать зрителей. Думаем, что наше сегодняшнее выступление воодушевит также и школьников, и учащихся школы 18, для того, чтобы они посетили наши территории, занимались в наших кружках и продолжали свою такую творческую деятельность и вне рамках школы, и на территориях округа Красногорск. Для любителей острых ощущений цирковая студия сестер Фоминых подготовила необычный номер. Под ритмы Востока их подопечные танцевали на стекле. Риск в этом искусстве есть, но то, что получаешь взамен, говорят юные циркачки, ни с чем не может сравниться. Тут есть и танцы, и мимика, и жесты. Тут участвует все. И мы тут и гнемся, и растягиваемся. Тут каждый может проявить свой талант. То есть кто-то хорош в эквилибре, кто-то в акробатике, кто-то на воздухе хорош. То есть все могут себя проявить. Из ДК «Апалиха» в школу номер 18 приехал и театр танца «Родничок». Более 30 мальчишек и девчонок обучаются в нем основам современного, народного и классического танца. Конечно, это музыкальность в первую очередь. Красивое тело детям дают. Они выглядят уверенными, постоянное выступление на сцене. Уверенность детям приносит. И чувство эстетики, чувство ритма. Не только оценить умения юных артистов, но и выбрать для себя направление для духовного и физического развития мог каждый зритель. 19 разных кружков и секций работают в Доме культуры Апалиха.